Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, и мы продолжаем играть Warriors Rise to Glory. У меня это персонаж новый, ребята, сразу говорю. Многие бы задались вопросом: Рэй, а куда ты дел своего старого персонажа? А я вам отвечу. Здесь в игре есть один нюанс, очень плохой, ребята. Деньги, которые мы здесь зарабатываем, нужны не только для покупки брони, оружия и так далее. Он еще нужен для того, чтобы откупиться, так сказать, во время смерти, когда нас убивают. То бишь, нас убили, мы проплачиваем, идем дальше. Так вот, когда эти деньги заканчиваются, нам нечем откупаться. И твой персонаж погибает, соответственно, ты начинаешь новым. Вот в такую передрягу я и попал. Я не стал вам показывать все эти нюансы. Я уже прокачался до третьего уровня этим новым персонажем, сделал его как того старого. Ну и, как видите, дерусь с каким-то красным чувачком, напоминает мне какого-то клоуна, я не знаю. В общем, пугало огородное. Вот, как обычно, мы занимаемся здесь танцами. Куда же без них, до сих пор я не понял, что они дают. Ну, в принципе, мне это не важно. Ну, опа, видали, что он делает? Он промахнулся. И он будет получать от меня пендали. У меня, кстати, здесь новая тактика. Вот. Пускай они сами подходят ко мне, а я буду их просто пинать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, вот как-то я не доглядел этого момента. Да пошел ты, а. Хмырь, блин. Вот, видите? Было написано 148 голды. У меня сейчас в данный момент 28 серебра. То бишь, если я сейчас проиграю, мне придется выбирать нового персонажа и начинать все заново. Я этого очень сильно не хочу, ребят. Поэтому надо как-то выигрывать. Начинаем с брейкданса. Да, чувствую, мы сейчас тут и закончим на нем. Так, подходить я не собираюсь. Я лучше кимарну. А вот теперь пошел отсюда. Пошел вон. Так, он отходит. Но этот метод, ребят, прокатывает только с мечниками. Если будет лукарь, то лучше наоборот. Как можно плотнее к нему подходить. Да ты задолбал тоже своими плясками. Ну, я уж тоже начал. Так, он кимарнул. Мы спляшем. Все, понеслась. Кто круче, кто кого перепляшет, блин. Два идиота стоят на ринге и пляшут, а? Жесть какая-то. Так, подошел, да? На, подсрачненько. Еще хочешь, получи. Так, ну что, я ему скинул броню. Так, до соточки, наверное, догнать. А, нет, не успел. На. Еще хочешь, получи. Так, он кимарнул. Давайте тоже. Теперь. Так, у него. И, кстати, да, почему я говорил, две полоски ХП здесь, да? Первая полоска — это броня. То бишь, вот эта желтая полоска — это броня у нас идет. А за ней уже идет красная — это уже жизни. Так что учтите это. Все, я ему скинул абсолютно всю броню. Ну, кроме его их сраных трусов. И можно, в принципе, начать к разборке его жизни. Если так можно выразиться. На. Все, видите, у него пошли тратиться хпшки. А у меня еще 9 брони, как-никак. Должен затащить я этот бой. Если, конечно, он не кританет каким-нибудь чудом и не снесет мне все жизни вместе с броней. Кстати, такое может быть, я видел. Да, пинком я ему, конечно, по 2 крита наносить, по 2 урона. Долго буду пинать. Но, тем не менее. Лучше аккуратно, сами видели, 28 серебряников. А за проигрыш тут отнимают как минимум 150-180 серебра. А за победу я сколько получаю? От 300 до 500. Победа за нами. Сейчас мы глянем. Кстати, никого здесь щадить не буду. Буду всех резать. Абсолютно всех.
На. И сейчас мы глянем, что нам дадут. 534 серебра. Это если... О, еще и сундучок дали мне. Так, мне дали... Зачем мне два наплечника? Не понимаю. Так, вот на рукавнике, да, это дело. Наплечники... Нету. Блин, у меня нет ни трусов, ни ботинок. Кстати, я купил себе шлем. Толк от него, конечно, мало, но все-таки... Давайте возьмем топорик, ребят. 7-8... От 7 до 8 плюс 3. 3 это от моих статов зависит все. Давайте. Ну что, 7-8 урона. Я думаю, это очень хорошо. И начинаем следующий бой. Против меня какой-то Фазер дракон, отец дракон. Ну иди сюда. И вот не понимаю, почему меня... Ого, начал ты круто, конечно, мужик. Почему меня постоянно кидают то туда, то сюда? Я не привык ходить справа налево. Лучше слева направо. Так, пинкана подошел тут ко мне. Опа, она, аккуратненько. Не шали так, малыш. Таким орнем. Иди отсюда. Прижимается, блин, а, гад. Пшел он. Так, любитель покемарить, я смотрю, он, да? Ну вот учтите, да, он подходит вплотную, всегда его отгоняйте пинком, потому что, чтобы ему нанести удар, надо подойти вплотную. Ну, он может, конечно, сделать и супер удар с разбега там, но потратит очень много стамины, это синие полоски внизу, которые вы видите, и ему придется отдыхать. Опа, видели, что он сейчас сделал? Вот про это я приблизительно и говорил, что он может сделать супер удар, даже на расстоянии двух клеточек от тебя. Слушайте, он мне не нравится, что-то он тут юлит. Так, подошел. На. Еще хочешь? Получи. Какой-то он мутный типок. Смущает он меня своими вот этими нелепыми действиями. То отойдет, то подойдет. Такого раньше что-то не было. Опа-на, видели, что делает, а? Чудило, блин. Так, ну что, осталось у него 8 хп. Думаю, стоит на него идти или нет, а? Так, блин, козел, а. Так, 7 хп и у меня одна броня и 24 жизни. Даже не знаю. Давайте будем отходить от него, нафиг. Да хоть ты там затанцуйся, ему не все равно уже 100%. Так, подальше, вот, теперь можно пнуть. Кимарнуть надо было обязательно, потому что стамина заканчивалась. И я бы не смог ничего сделать. Иди отсюда. Опять он начинает что-то мутить, а? Да сволочь. Чуть-чуть. Если бы он сейчас попал, мне бы было худо. Ну что, осталось ему буквально на два удара, да? Если даже по два очка отнимать. Два пендаля буквально под сраку. Ага, он восстановил себе одно очко ХП. Опять что-то юлит, а? Ох, как далеко он отошел. Давайте-ка поближе к нему нафиг. Вот так, на одну клеточку будет самое то. Так, теперь мне придется три раза его пинать. Давай, подходи. Так, раз. Гад, а что ты не подошел второй-то раз, а, ко мне? Я бы тебе дал посрачек, а ты бы сдох. Это я уже после... Ага. Ну все, ты сдох, парень. Блин, да нифига, у него набралось одно очко. Ладно. Это мы как-нибудь перетерпим. Тихо! Ё-моё, вы видели, что он сколько натнял? Ну, он, конечно, сдох, и щадить я его не буду. Но своим вот этим вот суперударом он отнял у меня очень много. Сдохни, тварь, блин. Прям чайник ему. Все, валяется. И я получил еще 534 голды. То бишь, я уже могу смело где-то 7, ну или 6 боев точно проиграть. И мы с вами Барби. Ну и название. Вот, вот здесь, ребята, уже будет похуже, потому что это лучник. Надо к нему подходить вплотную. Ах ты, сморчок. Да хорош уже, завязывай. Это очень плохо и прискорбно, ребята, что он издалека практически снес у меня, сколько-то получается, 8... ХПшек. На. Хорошо его, да, сейчас проучил.
Но к нему лучше стоять вплотную. Потому что он теряет очки на замену лука и оружия. Точнее, у тебя получается дополнительный шанс его ударить. Ну и как можно помощнее. Вот так вот. 12 хп у него осталось. И у меня, в принципе, еще пока все нормально. Ха, промазал. Ну-ка, топориком его. Нет, давайте так. Так, он достает лук. Вот когда он достает лук, можно, в принципе, в ближнем бою его топориком и накрыть. Хорошо, что он у меня уворотливый такой. Так, одна хп осталась. Давайте, ребят, добиваем его. И проходим с вами к следующему оппоненту. Опачки. Все, щадить не буду. Зарежу, прибью, задушу. Весь в стрелах, но довольный. Рэй делает свое дело. Так, ну и что мы получаем? 444 серебра. Третий уровень у нас практически, практически осталось 8 очков. И уровень у нас в кармане. Это будет четвертый. Это, в принципе, тот уровень, на котором я закончил играть тем персонажем. Так, ну что он там делает? Что он там юлит опять? Давай, подходи ко мне, получи очередную порцию пинков. Да, танец тебя не спасет, это однозначно. Так что давай, подходи. На. Так, заюлил. Наверное, собирается побежать с суператакой меня атаковать. Я прям как в воду глядел, а? Ну, он промахнулся, поэтому он сейчас... А, нет, он уже восстановил. Восстановил себе стамину. Ну, опять что-то собирается делать. Блин, тут надо как-то предугадать, что он будет делать. Или же мне подходить к нему, или же, наоборот, отдаляться. Пока я буду танцевать. Чё ты, братишка, вообще далеко ушел уже? Что ты этим хочешь мне сказать? Давайте до соточки, наверное, догоним пока. Танец свой. Так, 80% есть. Знать бы наверняка, что это дает шкала. Пока вообще даже никаких. Все, мы запомнили. Теперь можно, наверное, я так думаю, кемарнуть и продвигаться к нему поближе. Давайте еще разок. Так, тихо, 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 тихо. Я уже просто научен горьким опытом, когда он разбегается, что сейчас что-то будет плохое. А что это он посидел-то вдруг у меня, а? А, это я с него сбил броню. Ёлки-палки. Дедушка Мороз. Так, он опять отходит, а? Хорошо, что у него нет лука. Кстати, лучники, все лучники очень далеко ходят. Где-то на клетке 3-4 это точно. Поэтому их очень тяжело догнать. Так же, как очень тяжело от них отбежать. Ну, видимо, у них ловкость там повышена, поэтому за счет этого не выигрывают. Так, 17 жизней у него осталось, 17 хпшечек. У меня еще вся броня. Вы представьте, да, я его... Тихо! Урод! На, у меня... Что я хотел сказать-то? Блин, сбил он меня с толку, урод, а? А, я хотел сказать, что одними пинками я практически сбил ему всю броню. Но у него, в принципе... Что получается? 20 жизней. Ну и где-то столько же было брони. 10 пинков он своих получил. Как говорится, и отдыхает. Сейчас тоже откуривает, сами видите. Тихо. Вот. Вот о чем я, ребят, говорил. Что один хороший удар может сделать только бед. Что вот я его пинками бью, да? А он... Опа! И еще такой удар, и все, но он не успевает. За это, мразь, я тебе глотку вскрою. А, нет, у меня ж топор. Череп вскрою. На, отдохни. Ну, мы получаем 4-й уровень. Это радует меня, ребята, радует. И давайте себе повысим. Повысим мы что? Так, стрейч. Вот так, наверное, будет самое то, да? Замечательно. Так, что у нас здесь дается новенького? Ничего. По броне дали уже зеленую броню. То бишь, она уже даже лучше, чем та. Пока мы деньги придержим. Ой, дали 5-го уровня.
персонажа мне в, ну, в противнике. Это очень плохо. Но если я его выиграю, мне дадут, наверное, нормально деньжат. Вот, начинается. К нему подходить вплотную. Обязательно. Пока он меняет, у меня, видите, есть возможность его попинать. 39 брони у него. Так, 33. 31. Отходит. Сейчас собирается, наверное, он стрелять. Так и есть. Опа, вот это что-то новенькое. Почему это он решил подойти ко мне? Гнида, а? Че вытворяет? Так, он поспит сейчас. Че мне делать? На! На десяточку я ему неплохо так дал. Ну, этот суперудар, сами видели, отнимает очень много стамины. В первый раз вижу, чтобы лучник так подходил в наглую. Обычно они всегда держатся там вдалеке и подходят к тебе вплотную только когда переключается на меч. А этот какой-то чудной. Может быть, я даже его затащу. Точнее, мне бы хотелось бы его выиграть. Так, спокойно, дядя. Я в печали. Так, у него осталось 30 жизней. 22 уже точнее. Вот он переключился. У меня 5. Еще один пинок. Хотелось бы отдохнуть. Вот сейчас есть возможность. Хорошо. Пока живем. Тихо, тихо! Как я боюсь этого удара с разбега. Если попадет, очень много жизни отнимает. Двадцаточку снести ему только шорох. Я даже не знаю, напинка. Так, 18 хп. На. Кстати, да, я еще хотел вам сказать, что видите, наверху идет счетчик. Таймер. И если я каких-либо действий не делаю, он автоматически пропускает ход. Поэтому здесь уже, как говорится, некогда думать. Здесь уже надо действовать. И еще вот такой нюанс есть. Когда вы зажимаете врага, игра может глюкнуть. Но, как видите, мне повезло. И она прошла. Я его убиваю. Естественно, я буду убивать беспощадно. Вот, если игра заглючит, вам придется переигрывать уровень. Это будет засчитываться как проигрыш. Соответственно, с вас снимут деньги. И ничего в этом хорошего не будет. Так, мне дали 4 уровня франк. Франк какой-то. Такой же красный, как у нас до этого был. Вспомните. Лучник. Тоже он лучник. Ё-моё, десятку снес с удара. И еще в наглую передо мной пляшет. На, нафиг. Переключается, он теряет на этом ход. И я практически с ним сравнялся. Вот он делает танец, у него не будет хода, ему придется спать. Соответственно, мне дает преимущество это все. Хотя я тут промахиваюсь. Мне просто пришлось спать. Тихо! Что творит, а? Тварина. Ну, практически всю броню я с него сбил. 12 хп осталось. Ребята, надо, чтобы фартануло. Ё-моё, блин, сейчас бы приголубило. Есть. Есть, я его раздолбал, этого красного паразита. Что такое лицо сделал, недовольно смотреть на него, а? На. Красножопый. 492. Ребят, смотрите, скоро получу 5-й уровень. Ничего себе мне дали это экспы за этого чувака. Вот я думаю, покупать себе что-нибудь или нет, а? В магазине. Хорошо, давайте зайдем, глянем, что там есть у нас. Так, пока мне ничего не доступно. А недоступно, потому что тут нужно агилити. И на каждый вид оружия нужно свои, эти, как сказать, ну, где-то нужна сила, где-то ловкость. В общем, все в этом роде. Купил я себе штанишки. Я не буду шиковать. Прикупаться буду аккуратненько, потому что деньги нам нужны на откуп. Всему, как говорится, свое время. Потратить их легко, а заработать не так уж просто. И кто у нас? О, Ярон, 5-го уровня. Как я ненавижу, когда они дают оппонента мне на уровень выше или даже на 2. Тихо, тихо, что так резко ты начал-то? Фиолетовый, иди отсюда, а. Вот, танцуй там лучше в сторонке.
Я тоже станцую. Опа. Здорово, просто замечательно. На 14 он меня ударил. Ну, правильно, он на уровень выше, у него и силы, соответственно. Представьте, да, 5 очков или сколько там, 6 дается. У него распределено все. Тем более у него броня какая. И я в своих лохмотьях тут танцую перед ним. У меня даже сейчас не было слов. Я даже не успел отреагировать на это. 7 брони у меня осталось всего. Ё-моё, а. На. Хоть как-то приблизился к нему. Иди отсюда. Пошел вон. Тихо. Вот вам и результат. Все, я чувствую, сейчас он меня разберет. У него 32 жизни, у меня 11. С ударом мне снес просто все хп. Да, печалька, конечно. Ну что же, давай. Я принял. 335 у меня за проигрыш забрали. Вы представляете? Вообще, что-то ценник-то возрос на поражение. Так, Жухзис. 4-й уровень. Ну, хотя бы на равных. Да и пофиг, что у него там броня лучше. Главное, чтобы он был моего уровня. Тем более, даже по броне я его опережаю. Сами видите, да? 36 на 32. На. Он за свои танцы принялся. Ну, а мы поспим. Так, пинка. Нечего подходить ко мне вплотную. С этим можно, как говорится, сильно не напрягаться. У него два варианта. Либо подходить ко мне вплотную для удара, либо делать суперудар. Ну, суперудар, соответственно, отнимает, еще раз повторюсь, стамину, после которой ему придется отдыхать рядом со мной. Ну, а в этот момент он будет от меня отгребать. Вот и вся школа выживания, так скажем. Будем копить. Тихо, вот. Что? На. Хотя надо было мне, дурачку, просто ударить его. Тихо. Да успокойся ты уже, а. Да, кританул на 5. Смотри, какой неугомонный. Все плотную ко мне подходит, гад. Хорош, у меня стамина-то кончается. Вот это уже другой разговор. Вот так бы бил бы его и бил бы этими пинками. Ну что, 3 брони у него всего осталось. Подойдет, нет? Подошел. Давай еще. А-тя-тя-тя-тя. Вот это не надо так делать-то. Не надо. И на меня похож, кстати, да? Только смуглый, блин, урод. Если он рассчитывает на то, что я его пощажу, то это он ошибается. Брони у него нету. 22 хп. Все шансы есть затащить. Затащить эту каточку, ребята. Если, еще раз повторюсь, что-нибудь не чуданет. Вот. Типа такого. Еще ни одного не могу понять. Некоторые, когда отдыхают, прибавляются жизни, а у некоторых нет. Ну все, тут уже хорош шутить-то. Надо серьезно. Вот так вот. Так, еще удар у меня есть. Угомонись нафиг. Видно, чувствует, что хана ему пришла. Так, ударим. Такое есть желание звездануть. Ну, все. Получил по яйцам, урод. Я уж думал, это он язык достал. А это у него бороденка. Козлинная. На. Как я и обещал, никакой пощады. И 5-й уровень, ребята. Поздравляю нас и себя. И мы сейчас с вами, ну, естественно, характеристики повысим. Давайте разберемся с ними. Так, здесь у нас дистанция ходьбы увеличится на плюс 1, да? Что-то мне не нравится это. Атака. Прибавляется у нас критический шанс атаки. А это у нас непонятно. Защита. Хитпоинты. Давайте, наверное, вот так вот сделаем. 8-9 атаки. Так, опа, вот это вот надо приобрести, ребята, обязательно. Новый топорик. Сколько у него идет там?
Так, лук у меня не видать пока, видите? Нужны определенные навыки развивать, чтобы иметь доступ к оружию. 10-11 к атаке, я думаю, для топора это хорошо. Ну, по крайней мере, по сравнению с моим, который у меня до этого стоял, тут просто металлолом. Да? Хоть и не намного, конечно, повышает, но, поверьте мне, должно быть ощутимо. Так, блин, мне моя каска не нравится, купить надо другую. Ну что ж, давайте испробуем топорик мой новый. Тихо, нафиг, начинает тут. Так, я уже на 3 бью, да? Было 2, сейчас на 3. Ага, он отходит, потому что у него есть лук. И это очень плохо. Это очень плохо. С лучниками тут уже... Тихо, тихо. Давайте вот так вот. Опа, на 17, неплохо, а? Я даже сказал бы, очень замечательно. Так, опять отходит. Видите, как далеко он может отойти? То бишь, мне 2 раза надо, даже 3, чтобы приблизиться к нему. А ему всего лишь 1 шажок. И он в дамках. Гад, что делает? Так вот, я не договорил в тот раз про конечную вот эту вот полоску, в которую мы ходим. Замечательно. Когда он встает в конце, он может лагануть, игра. Не знаю, почему это и с чем связано. Но если он лаганет, вам придется все переигрывать. Замечательно. Желтые волосы, синяя борода или усы, топорик в лоб. Единственное, что тебе нужно. И вы смотрите, сколько нам дают. 540 серебра. И сколько экспы дали. Чувствую я, 6-й уровень не за горами. Охота что-то купить. В то же время денег жалко. Давайте возьмем эти. Не будем мы все покупать сразу, как я вам уже говорил, что нужен откуп от смерти. Если денег не будет, то мы все, проиграли. Франк. Франкушка, иди сюда. Ну, началось, а. Опять он своим поганым луком. Критует еще причем, а. Успокойся. Блин, ну этот меня разобрал, даже еще к нему не успел подойти. Уже пол брони, даже больше снял. Так, вот теперь можно его и огреть. А что, я тоже неплохо ударил, на 16. Хе-хе. Да, броню-то я ему снес, все, пошли хпшки тратиться. Тихо. У меня еще пока есть шанс его затащить. Тут уже, как говорится, бьем кто кого быстрее перебьет. Хе-хе, естественно я, потому что у него 2 хп, пинок. И вот он результат, он на коленках просит пощады. Ну и он ее не дождется. Я буду валить их всех налево и направо. Дадут уровень, нет? Нет, не дали еще. Но зато у нас 1613 денег. Кого дают? Барби. Ну и название у тебя чмо. Ладно, давайте посмотрим, что это за Барби. Опять с луком. Тихо, успокойся. Чего ты начинаешь так резко? Надо потихоньку, полегоньку. Вот с пинка начнем. Что-то он... А, ну сразу кимарит, потому что он очень много энергии тратит. Я промазал. Вот это была моя ошибка. Не надо было полагаться на то, что прокатит. Но этим ударом я к нему приблизился. Ё-моё. Опять понеслась. Кто кого? Блин, промазал. Ой-ой-ой. Печалька. Очень печально. Так, 8. У него осталось 8 брони, как и у меня практически. Все, брони у него почти нету. Пошли жизни. Тихо. Ну как так он с ударом приравнивается ко мне? Не понимаю я этого. Что за рандом такой дурацкий? Ну-ка. Ну-ну-ну-ну-ну-давай-давай-давай-давай-давай. Есть, есть. Есть, ребята, затащили. Затащили мы этого синего бородача. Прям, я не знаю, радости нет предела. На, как говорится, топорик в чайник, отдыхай. И мы получаем 6-й уровень. Это пока максимальный уровень, который я вообще получал в этой игре. Характеристики давайте повысим.
Так, ну я даже не знаю. Эндуранцы 2 хп поинта восстанавливает, да? Или прибавляет, наоборот. По-моему, прибавляет. Ну, как-то под сомнением. Вот защита. Давайте, наверное, уберем. Агилити. Стоит его ставить? Нет. Даже не знаю. Если честно говоря, мне не очень хочется агилити это качать. Вот атаку надо. Стрейч. Может быть, так оставить, а? Давайте оставим так. Что такое? Турнир. И что это? Какого уровня? 10-го? Вы что, ребята, издеваетесь, что ли, надо мной? У меня нет выбора, придется смотреть. Вот нафиг я нажал на турнир. Ну ни хрена там, дядя. 88 брони. Да вы что, он в 2 раза круче меня. В 2 раза. Лука нету. Ну вы посмотрите, какой настырный, а. Подходит и подходит. У меня стамина уже кончится. Так, я у него броню скинул. Наручи его и улетели. Что он будет делать? Если он сделает удар с прыжком, я думаю, он меня просто сразу размозжит. Туда... Тихо, вот этот бы удар, если сейчас прошел бы по мне, все, я бы был бы уже трупом, это однозначно. А ну-ка, вкуси всю ярость Рея. Стою к нему вплотную, блин, даже очкую, ладно, поспим. У него один пинок только на 7. Здоровский. Давайте тоже его пинком, пускай отойдет от нас, не нравится мне это. Так, я ему шлем сбил. Это хорошо. Опять он ко мне подходит, а? Ну что ж, ну давайте пинка. Хотелось бы, конечно, ударить, но я просто знаю, чем это грозит. Точнее, я догадываюсь. И в то же время боюсь, что он прыгнет на меня. Ой-ой-ой, повезло мне сейчас. Пока фартит. А что он такой, это, галюнит-то там, не пойму, после пинка моего? Я его типа в стан вгоняю или что? Напоминает почему-то именно это. Так, а стамины у него меньше. Вы видели, что сейчас было? Он мне просто ударом снес всю мою броню, которая у меня была. Ой-ой-ой, все, я труп. Меня тут ничего не спасет. 4 хпшки, я никак не восстановлюсь. Кто бы сомневался, а, в этом? Ну что ж, добивай. Смотрите, да, типа щенок. На, блин. Блин, я бы такой меч хотел себе. 570 за поражение сняли. Да идите вы в баню со своим турниром. Не хочу. Так. Вот, буду с этими лопухами драться. Мне деньги в любом случае нужны, потому что 570 полштуки. Так, завязывай давай с луком своим. Куда-то в ногу мне в колено воткнул. Причем бабахнуто не слабо, да? На 18 брони снес. Ёлки-палки, я только сейчас увидел, что у него 76 брони. Да это практически как тот у нас получается. Откуда ты столько нахапал-то, урод? Смотри, юркий какой, а. Нет, я, по-моему, здесь тоже проиграл. Мне это совсем не радует, ребята. Совсем не радует. Я не хочу проигрывать. И трата денег такая сейчас пойдет у меня. Обалдеть. И купил себе... Что я там взял-то? Не штанишки, блин, эти. Наплечники, да, я взял. Зачем я их покупал, блин, за 800 серебра? Ё-моё, хорошо. Мимо. Мимо! Есть, отлично. Подходим к нему поближе. Спит, сучонок. Так, он меняет. На. Боюсь, что сейчас лаганет игра, ребята. Очень боюсь. Все. Лагануло. Вот про этого я вам и говорил. Дерьмо, а. Блин, придется переигрывать. О, 232 серебра у меня забрали. А были шансы его завалить? Были. Маленькие, но были. Обидно. Ладно, это что у нас там за карлик бегает? Ты чуть больно далеко отошел. Парнишка, твой лук-то хоть дострелит до меня? Еще как стреляет. 14 брони снес. Опа, мимо. Надо его ловить, ребята. Как можно быстрее к нему приближаться.
53 брони у него. Соответственно, здорово. Только не говорите, что и опять я проиграю сейчас. У меня там денег уже на подсосе. И он все дальше и дальше уходит. Я боюсь, опять залагает. Блин, и в стороне я не могу стоять, потому что он меня просто расстреляет. Товарищи разработчики, если вы увидите свою игру, пожалуйста, исправляйте эти баги. Глюки, баги, я не знаю, как еще назвать их. Игра и так-то наладом дышит, блин. А еще с такими глюками. Вы уж меня извините. Опа-на. Крит хорош был. Ну, это только половина брони я ему снес. Ух ты. Достал ножик, это плохо. Кто кого, как говорится. 53 против 24. Я сравнялся, ребята, я с ним сравнялся. Ну, на-ка. Лишь бы не глюкнула игра, ребят. Лишь... Тихо, тихо, успокойся. Хорош там замахиваться на меня, а, сынок. Ты на кого хлебушек-то крошишь? Вот это сейчас могло быть критичным. Так, он отошел вообще в самый край. 5 хп, 5 хп. Что ж делать-то, а? Блин, промазал. Только не лагани. Есть! Неплохо, ребята. Неплохо, я считаю. В два раза больше брони, в два раза больше жизни. И я его все-таки умудрился сделать. Что дадут? Сколько чего? Давайте глянем. 588. Так, кстати, опыт почему-то не дают. И я догадываюсь почему. Потому что надо победить на турнире этого людоеда, блин. Я пока все равно туда не пойду. Вы понимаете почему? Потому что того мне чувака не осилить. Мне хотя бы надо одеться в броню, более-менее купить. А для этого нужны деньги. Так, ну этот у нас без лука, поэтому можно спокойно, тихо. Не чуди мне тут. Можно спокойно играть на дистанции. Пускай он там бегает, что хочет, делает. Я, в принципе, догадываюсь, для чего он отбегает, подбегает. Хочет свой суперудар этот сделать. Нечаянно. Нежданно, я бы так сказал. Но пока он будет отгребать от меня пинки. Кстати, у него что, это 90 брони у него было? Ну, вообще, пошли персонажи, конечно. Я себя чувствую просто каким-то ничтожеством. Ты успокойся там, давай. Надо, ребята, одеваться. Одеваться в броню. Ну, опять же, нужны деньги. Ядрить твои на корень. Тут или-или. Или жизнь, или броня. Ну, в принципе, мы играем только для того, чтобы одеваться и навешивать люлей этим уродом. На. 15. Я вполне доволен. Очень хорошо было сделано сейчас. Блин, мне пришлось спать, потому что стамина кончилась. Он тоже, парень, не промах бьет, то будь здоров. Но, тем не менее, мы сравнялись по броне. Иди отсюда, что-то подошел ко мне. Тихо. Да, и он опять пошел в отрыв. Давай бей ты уже. И... Все, я пошел у него отнимать жизни. Я уже пошел ва-банк, ребята. Да, может быть, это, конечно, было глупо. Без стамины. Ну, 8 хп, ну, есть. Отлично. Сейчас ты у меня получишь топор в чайник. Даже не смотри свои. Такой взгляд у него, знаете, типа, ах ты гад. Ну, я тебе, типа, еще отомщу. 588. Сколько у меня вообще по общему количеству? 2500 денег. Что тут у нас на турнире? Ё-моё, я думал, хоть поменяется. Нифига не поменялся. Значит, этот основной соперник так и будет меня преследовать теперь. Опа, нас плясали. Это был мой последний танец. Да он меня разберет сейчас. Сейчас один удар, прыжок и все, и мне хана. Сейчас. Все, буквально два удара он мне сделал. Супер удар, обычный, и я готов. Это о чем говорит, ребят? О том, что надо покупать броню.
И сейчас отнимут сколько? 570. И осталось у меня 1957. Это очень плохо, надо копить деньги. Без денег ты тут ничто. Ты успокойся там, орк. Действительно, похож на какого-то тролля. Да, этот с луком. Надо подходить вплотную. На. Вот сам подходит ко мне. Но нет. Нет, хотел сказать, мы с ним на равных. Нифига мы не на равных. 82 брони против моих 40. Если я эту каточку затащу, скорее всего, ребят, я пойду в магазин что-то покупать себе. Но так нельзя уже. Это, по-моему, перебор. У них по 80, а у меня всего 40. Не катит. Достал меч. Не знаю, что. Блин, спать еще надо. Елки ты палки, а. Хорошо вернулся. Ну, танцуй там лучше все. Давай. Ну и он промазал. Так, опять начал отходить. Блин, надо догонять его. Надо его догонять, настигать. Блин, спать надо. И добивать, как говорится. Как же меня бесит вот этот край экрана. Чё ты творишь, чудило? Сейчас ведь достану тебя, мутаген хренов. На! Замечательно, это мне понравилось. Достал меч свой поганый, на! Вот там вот и стой. Блин, если я туда рвану, глюканет игра или нет, а? Давайте еще раз посмотрим. Пока он там своими плясками занимается. Давай, давай, танцуй там, танцуй, что хочешь делать. На! И... Все, ребята, лагануло. Лагануло, блин, да что ты будешь делать, а? Ну ядрить твой на корень, я бы его затащил бы в легкую просто. Тьфу, слов нету, а. На это все, блин. Придется сдаваться. 232 серебряных я отдал практически ни за что. За эти баги в игре. И кого мне дадут? Какого-то викинга. 90 брони. Да вы... Вы издеваетесь надо мной просто-напросто, а? Какой-то он большой для меня, а? Просто режет как свинью. Что делать-то, а? Подошел на пинка. Пускай будет подходить, я его буду отпинывать, потому что лука нет у него, можно не бояться особо сильно. Будем держать, как говорится, его на расстоянии. Ладно, давайте отступим. Твою дивизию, а? Отступили, блин. Ну, лучше стой, да и танцуй там себе спокойненько, не мешай мне. Все, это было критично, нет. Я думал, критическая ошибка будет моей. Но пока повезло. Ну, я думаю, это ненадолго. Что он там опять чудит, а? Что там собирается сейчас сделать? По-моему, прописать мне окончательный удар. Так сказать, смертельный. Ну, так как в воду глядел, блин. Чё за непруха-то пошла, а? Я не знаю. Ладно, давай, я готов... Блин, я думал, сейчас меня убьет. Интересно, а за это тоже отнимают? 232 серебра отняли. Я думал, значит, если пощадит, то ничего страшного не будет. Но нет. Кого мне дают? 7 уровня. Да вы на самом деле уже оборзели. Еще и лучник. И меч у него козырный. 76 брони. Не знаю, осилим или нет. Ну, начал я вроде неплохо. Ну ладно, хорош уже спать-то, храпаля тут дают. Получил. Ё-моё, ядрить твою налево. Да, не, ну, конечно, тут бесспорно я проиграл. Посмотрите, что творится, а. С двух ударов он... Ну, а с третьего он меня вообще убил. Да, пошла сплошная трата денег. Блин, я думал, сейчас убьет, а он опять чудит, а. Еще 260 сняли. Итого 1233.
Да. Ну, хорошо, хоть равного дали. Бронишка на нем вроде какая-то хлипенькая, босоногий. 61 броня. Надеюсь, что этого мы уроем. А че он так прыгает-то? А, понял. Ну-ну-ну. Конечно, разогнался. Блин, надо качать у ворот, ребята. Как он там? Агилити, по-моему, называется. Потому что, смотрите, сейчас пошла какая тема. Они начинают тут... Ну и, соответственно, из лука стреляют, понятно. И вот эти свои комбо-удары прописывать. Нет, я туда не пойду, к этому краю, чтобы опять у меня игра заглючила. Нет, спасибо. Буду здесь тебя ждать. Подойдешь сам. А я потанцую пока. Да-да-да, мне спешить некуда. Сейчас накопим себе верхний столбик полностью до соточки. Ага, пенка захотел. Еще. Вот, беги дальше там. А я продолжу, чем и занимался. Какой-то нервный паренек-то, смотрите. Интересно, а, например, у меня был бы лук, да? Лучник от меня отходит. Так, ну-ка, иди отсюда. Пошел вон, говорю. Лучник от меня отходит, а я с луком тоже же могу его расстреливать. Как там, интересно, будет проходить бой? Ну, там понятно. Наверное, кто попадет, тот попадет. Хоть вы оба стоите на большом расстоянии, главное, чтобы меткость была. Тихо! Размахался мне здесь, блин. Вот, катись отсюда. Катись, говорю. Я практически снял ему всю броню. Осталось 6 единиц. Это один удар. И он останется голым. Тихо! Ну что, пошли ва-банк. Опять он начал юлить, а? Блин, такое желание сейчас разбежаться топором ему, как хлестануть. В принципе, с одного удара бы я, наверное, его убил бы. Но рисковать неохота. Жаль, еще здесь нельзя поднимать броню, которую сбиваешь с них. А что, было бы прикольно, да? Сбил броню, забрал себе. Помимо того, что ты его убиваешь и доспехи себе оставляешь. Почему бы и нет? Логично. На! Нет, не хватило немножко. Ну, в принципе, сейчас ему будет конец. На. Замечательно. Как раз лысый черепок под мой топорик. На. И мы переходим к следующему оппоненту. 767. Пошла пруха, ребята. Денюжки поперли. Что у нас в броне? Может, шлем? Ну, шлем возьмем, понятно. Ух ты, смотрите, что тут, ребят, есть. Наручи, ботинки. Давайте наручи возьмем, а? Блин, у меня 349 серебра осталось. Что-то я, конечно, тут раздухарился, как говорится. Да не буду я в ваш турнир играть. Так, Нагасаки. Нагасаки, ну назвали же, а? Тоже с топориком. Ух ты, лихо начал. Блин, у него лук, а? Ладно, будем его догонять. Опа, сам подошел, хорошо. 84 хп у него, да? Это был твой, наверное, последний танец, братишка. Замечательно, я его прошил. Он практически урона не наносит мне. Видели? Ну, 7, да, я не спорю. 7 ты... А я 12. 13. Оу, 12. Ну? Я с обычного удара сношу 11. Он решил сплясать? На предсмертном одре. Ладно. На. Ну что, ребят, наверное, добиваем его все-таки. Не буду никуда бегать. На. Замечательно. Топор в голову. Сколько, интересно, дадут денег? Сдохни. 588. Хорошо. Ну что, ребят, на этом я буду заканчивать свои гладиаторские бои.
И увидимся с вами в следующей серии. Надеюсь, мы там еще немножко продержимся. Сами видите, какая пошла жесть. Ну что ж, всем до скорого, всем пока. Can't stop bouncing.